Любимый многими охотниками фазан в возрасте от 30 до 45 дней, как этот, выглядит не очень аппетитно, но это пока. Родилась и окрепла эта птица в ростовском охотхозяйстве, выпускают во взрослую жизнь ее уже здесь, в Багаевском районе. Фазан не воробей, вылетит, а если нет, ему помогут руками. Один за другим пернатый десант высаживается в охотничьем угодье Быстрянский лиман. У хутора Белянина 150 птенцов найдут себе новый дом. Это первый за несколько лет выпуск молодняка. Чтобы иметь продуктивную охоту, нужно обязательно заниматься воспроизводством охотничьих ресурсов. Вот, потому что большой пресс аграриев идет, уничтожается естественная среда обитания. Ну, также небольшой пресс хищника, химия, поэтому нужно помогать природе восстанавливать свои ресурсы. Тут для фазанов все в новинку. Больше никаких полувольных условий и зерновых на подносе. Теперь они сами под носом волков и шакалов. Такого зверья в родном федеральном центре по изучению и воспроизводству охотресурсов молодняк еще не видел. А тут естественный отбор, как-никак. И в вольере там все было доступно, им подсыпалась еда, наливалась вода. Здесь, конечно, будет немного посложнее, сейчас они немного, может, что-то потеряют в весе, может, кто-то погибнет какой-то из них. Ну, основная масса выживет, в любом случае адаптируется, инстинкт свой возьмет. Мест выпуска фазанов несколько, так меньше рисков всем попасть в пасть хищнику. На крайний случай охотоведы приготовили для молодняка скрытые кормушки в камышах. В остальном условия для роста и размножения на 6000 гектаров этого угодья благоприятные. Тут живут утки, зайцы, косули и даже пятнистые олени. У последних, кстати, этой осенью ждут пополнения. Дмитрий Сумской, Юрий Ляшко, Первый Ростовский.